А Бог не спросит на суде, каких размеров был твой дом. Он спросит, много ли людей ты приютить готов был в нем. Он не задаст тебе вопрос о том, какой машина марки. Он спросит, скольких в ней подвез ты в зимний день и летом жарким. Не спросит Бог, какого цвета твои глаза и кожа были. Он спросит, сколько людям света ты дал, когда они грустили. Не спросит он, где ты работал, какую должность занимал. Он спросит, скольких ты заботой и честностью своей объял. Ему не нужно ни богатство, ни наши горы за плечом. Ведь он для нас готовит царство, в котором нет нужды ни в чем.